Привет! Сегодня у нас открытие кейсов, и на канале Стендов 2 уже прошел урок. Давай. Мы начинаем. У нас батл 30 кейсов, как только что Rival. Кому выпадут перчатки, то и выиграл. Вы на канале Батри, кстати. Нет. Я уже перезвал Стендов 2. Вы на канале Стендов 2. А подписывайтесь на канал, ставьте лайки, И играйте в Стендов. И мне почти выпали перчи. Брррршки, да? Стоп, стоп. Стоп. У меня все эти перчи есть. Нафиг мы этот кейс взяли? У меня все эти перчи есть из этого кейса. И все пушки. У меня все из этого кейса есть. У меня тоже, кроме перчаток. У меня 0 перчаток. И кое-что мне от них продал. Не знаю даже, кто продал. Но нужна была голда, не понимаешь? Нет! Да реклам... Ой. Донатите, надо было. Денег не было. А, кстати, если мы не выбиваем перчи, мы их... А, перчи! О, статрак. А. Перчи, 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 две пары перчи пролетело. И... Теперь оски перец. Давай. Я даже не вижу перчи больше. Мне эти перчатки не нужны, но я хочу выиграть. А хотя нужны. Чтобы голды продать их. У него почти. И там это. Керчи. Перчи. Перчи. Кирпичи, блин. Это Никита. Ладно, продолжаем. Famous Anger. Anger. Короче. О, ну хотя бы такая. А вам Bubblegum. Bubblegum. У меня есть Bubblegum. А, ты выиграешь. А на статре? Да. Он. Я не видел. Посмотри. На своей статре это нет. Ха. Ох. Тебе больше ничего. Пролетели перчатки. Я уже никогда не видел перчатки. Собственно, мне нужна победа. Не знаю, зачем, но мне нужна победа. Давай ее продадим тебе. Тебе почти... что там было? Это снайпер. А прям бум. Почти вот. Она реально садится. Вэм бум. Да, а вэм бум. Бум. Бум свой! Это бум! А. Ты что сказал бум? Никита глухой в комментариях пишет. Максим тупой в комментариях. Э, я тебя не обзывал. Тупой. Ты за что? За то, что ты обкекался. Как ты я обкекался? Я же не еще пупсик. Я еще не пупсик. Мне 20 лет. Давай теперь. Мне надо хоть коричневый.
Ну хоть коричневые персики. Да! Что насрал? Перчи! Какие? Я пошутил, я свои показал. Я пошутил, я свои показал. А ты уже поверил. Я свои перчи показал. О, 100 трек. Почему нет 100 трек перчи? Мне почти. Я вот так смотрю, у меня просто перси вот так крыты, а это там две пары, там две пары. Показываю два, потом три. Когда должно быть четыре. Математика. 2 + 2 = 3. Сейчас чисто будет выпада. А теперь чеперчи, да? Тебе сколько еще есть? Я не знаю. Снизу подписай. Я знаю, что надо снизу. У тебя не там свет, а прячь. Короче, во, один. А у меня? Короче, где ничего интересного не выпало. 5 эпиков. 1 стритрек эпик. И остальное эпики не сильно. Мне 2 легендарки. А, не. 2 легендарки. 1 красный. И дальше все эпики. А, ну это еще отпадок. Обычный. Это отпадок красный. А. А, ну еще 100 трек. Стоп. Нам не выпали 5. Сейчас будем думать. Ставим на паузу. Ну, чтобы вы не увидели нашу карточку. Так, поставь на паузу. Что я сделал? Пауза. Так, все уже. Задонили. Помогите. Помогите. Покупаем перчи. Вот такие давайте. На зоку поставим. Сейчас купят, наверное. Подождите. За 0.03 слили! На видосе! Вальфу. Стоп. 0.03! Чё? Посмотри, за 0.03 слили. Офигеть! Не, реально. Чё? Это не я. Ой-ой-ой, как? Тебе перчи за 0.03 голды. А, как? Ладно, все должно быть честно. Покупаем еще один. Хотя, нож давайте. Некит давно хочет нож. У него есть тычки. А нож нужен-то. На керыш не хватит. Берем вот этот. Ты мне не сейчас платишь. Подыш. Нисколько. Вот этот давайте. А за 600 голды что-то есть? Ну все. Вот что мы купили. И будем прощаться. Вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока-пока. Сейчас. Докрутится. Я купил кейсик. Ну, стикер-пак. Теперь всем пока. Всем пока-пока.